Всем привет! Эксперимент следующий. Я подумал, смогу ли я завалить Рамазана мечами, потому что я вот стреляю такими мечами. Это Рамазан. И смогу ли я в школе Родченко, поднявшись, например, сюда, завалить Рамазана мечами? Вот так. Сколько их может быть? Но они все проскакивают. Проскакивают, наверное, будут проскакивать через коридор. Для этого я сделал такую дверцу, которая закрывается. И теперь она не будет мешать. И теперь мы можем начать заваливать Рамазана мечами. Нельзя все время их стрелять в одно место, иначе, наверное, коллизия не срабатывает. Тут, кстати, есть приглашение на фестиваль Боль 2016 года, 15 года. Ну, короче, хорошо, что я сделал серийную стрельбу, и мы можем пока просто отдохнуть, а я буду стрелять. Пока можно подняться наверх, все равно же мы стреляем вниз. Ну, в общем, цель полностью завалить все рабочее место уважаемого, любимого человека. Ну, сейчас вы пока сходите, кофе налейте. Сейчас я еще тут понажимаю. Но уже скоро. Уже становится сложно пройти. Так, ну вот уже лучше. На самом деле, мне уже приходится стоять на ступенях, чтобы не подскользнуться на этих чудесных шарах, мечах пляжных. Мне уже устало держать. Я сделал специально серийную стрельбу на средней кнопке мыши, блин. Ну вот, начинается. Я уже не могу выйти отсюда. Конечно, когда я раньше занимался акробатикой, бабушка меня водила, то акробатическая школа располагалась в бывшем храме. И там был расположен такой бассейн с мягкими поролоновыми подушечками, прямо в алтаре. Так что мы разбегались, и наш тренер говорил: разбегайтесь и прыгайте прямо в алтарь. И реально мы перед алтарем ставилась такая специальная прыгучая штучка, которая очень-очень серьезно увеличивала высоту нашего прыжка, и даже можно, перекувырнувшись в воздухе, упасть вот прямо вот в эти вот такие только поролоновые подушечки. И даже мы пытались с ребятами докопаться в алтаре до дна, где кончаются эти подушечки поролоновые, и так и не смогли найти.
Потому что мы вдруг почувствовали, что там где-то на глубине 2 метров эти подушки уже гниют. И нам подумалось, боже, так можно за ногу тебя схватить, какой-нибудь тентакль. Так, ну короче, вы видите, все получается. Рамазан, ну ты сможешь дышать. Конечно, он сможет дышать, ведь шары, во-первых, мечи пляжные состоят внутри из... Я накачал их воздухом, поэтому в любом случае он может их, например, разгрызть, и внутри будет воздух. Это пока. Офигенно. Класс вообще. Как бы я хотел, чтобы не в школе Родченко не было турникета, а просто бы всегда мы могли заходить и вплывать в рекреационную зону, вплывать в пляжные шары. В общем, я хочу добиться того, чтобы голова Рамазана полностью утонула в этом прекрасном разноцветье чуда. Но может быть это невозможно, кстати. Он же все время шевелится и все время их раз... Если я туда прыгну, это мне уже не выбраться. Как вы считаете, 3070 RTX не сгорит у меня такого? Ну, я думаю, нет. Так, ладно. Ха-ха, какой-то мячик застрял. И раскрутился. Ха. В общем, смотрите, голова Рамазана. Если я точно попаду, уже не видно. Но он продолжает, конечно же, охранять. Я попробую к нему подойти. Вдруг у меня получится. Так, ну там... Ладно. Там у нас что? Учебная часть. Так. Итак, смогу ли я подойти к Рамазану? О боже, я иду к тебе! Ладно, короче, вообще невозможно идти. Практически. И это я еще. А что, если вдруг я бы накачал все эти мячики не воздухом, а гелием? Тогда бы они все взлетели. Тогда бы они все взлетели. Попробуем. Раз. О боже. О боже. Они летят. Все мечи. Я освободил тебя, Рамазан. Я иду к тебе. Иду к тебе. Ой. Опять упали. О боже. О боже. Рамазан, нет, снова летят. Боль. Sonic Death. Какая красота, боже. И снова упали. Но что если вдруг... Этот воздух внутренний вдруг стал неожиданно расширяться. Или уменьшаться. Или расширяться. Или еще расширяться. О боже. И еще. Надо убегать. И еще. И еще. Все так, все полностью в мечах.
ой, 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 а, малыши, какие малыши. Все. Все. Ну все.